Нас обливают, да? Ну что, давай, Виген, немножко я это сделаю. Карина, пойдем кушать сосиски. Покушайте. Ну, собачьи сосиски. Почему в шкафу? Боятся показать. А мы боимся ее показать на свет. Оля ходит, знаешь? Шура, ты тоже поставляешь. Все встали, ребята. Я не могу сидеть. Да. Оторвался от руки. Хорошо. А ты чего рука открыла? Спасибо. Спасибо. Спасибо, без слов. Просто встань. Самая популярная реклама, которая крутится. Иванушка, иди на выборы. Ты под зеленочком стоишь. Да иди ты. А, нет, что-то, отвали. Отвали. Ему просто рога. Большими буквами. Иванушка, иди на выборы. Я с матом обругаю. Давай, вот зачем я камеру держу. Пошел-ка ты. Куда? Мясо. Ну так зачем же ты его туда? Как мы без него можем? Ну это ж легенда. Все. Я и не ел, по-моему, руки уже. Я тебе внятно русским языком скажу. Мыло и все, это все он сказал. Вот давай это он сказал сюда, все. Коля, давай сюда. Посмотри, а ты вот похудел недавно. Да, пойдем. Будь таким. У тебя маленький желудок. Это говорят, но если будет у них. Большая. Так, кому-то картошку надо. Будь таким. Да. Тоже большой. Конечно. Там еще я просто не всю принесла. Почему не всю? Она тоже большая. Дмитрий Ефимович. Давай, хорошо. Сэр. Давай на картошку. Чего картошка горячая? Она не едет. Может тебе подуть? Виген, тебе картошка нужна? Да. Большую можно картошку. Я имею в виду, что в картошке содержится мясо. В каком смысле? Принести еще? Посмотрим. А какой ты хочешь? Который содержится в мяче. Я имею в виду, что я.